Друзья, на самом деле, чтобы жить долго и счастливо, надо только знакомиться с инструкцией к своему телу, концепцией здоровья. Ее, к сожалению, не дают нам при рождении, да и впоследствии тоже узнаем о ней частично. Большинство сами говорят, что они и так ведут здоровый образ жизни. Но я скажу, что жить по концепции здоровья очень просто. И если давать организму необходимое и избавлять от ненужного, то он и отвечает нам стройной фигурой и хорошим настроением без причины. Итак, пункт первый – это психология. Надо включать мозги. 95% людей живут по схеме «долбануло» в поликлинику, в аптеку. 95% – это большинство. Это нормальные, хорошие люди, но с психологией аптеки. Так, от приступа к приступу выходят из строя органы, системы, клетки. Финал печален. И лишь 5% ищут другой путь, понимая, что аптечный путь тупиковый. И вот 5%-ники, следуя концепции здоровья, вообще не допускают этих приступов и обострений и живут долго и качественно. Каждый человек – полсотни триллионов клеток. И все ткани, органы, системы из них. Каждый божий день миллиарды умирают, миллиарды рождаются. Тут как в жизни. От больных родителей здоровые дети не рождаются. И от больной клетки не родится здоровая. Но хорошая новость здесь – это возобновление клеток. Если мы сумеем повлиять на процесс рождения клетки, чтобы она была здоровой, мы в принципе не будем болеть. Для этого делаем следующее. Чтобы в клетку попадала еда, нужна биодоступная вода, значит режим водного обмена. Клетке нужен определенный набор – 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные жирные кислоты, то есть клеточное питание. Коли по дороге все это вкусное и полезное для клетки могут съесть наши братья меньшие, паразиты, стало быть, нужно очищение. И вот смотрите, в результате клеточка у нас очищена, накормлена и напоена. Она в идеальном состоянии, ее надо в таком виде сохранить. Следующий пункт – защита. Речь идет об антиоксидантной защите. Вот теперь только, добавляя движение, гимнастику и спорт, наступают стабильные результаты, а привычка заботиться о себе становится ненапряженным образом жизни. И если вы хотите узнать подробнее, звоните по телефону, указанному в видео. Всего доброго!